have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы отправляемся в небезопасную пещеру, судя по тому, как она выглядит, по своей собственной глупости, по своей собственной неосторожности. Я подох два раза в прошлой серии. Вот, и теперь мне бы очень хотелось избежать подобного. Гигантский... А, это вот... Понял. Я не знаю, что это, но я не хочу, чтобы оно ко мне приближалось. Давайте так. А зачем мне туда? И... Ну, туда мне, допустим, надо. Это я вижу. Блин. Нет! Я не уверен, что я хочу все это там. Ага, вот это мне нужно здесь сюда. Все, я понял, как это происходит. Там были минералы, всякое такое. Да, я знаю, я за ними не пошел, потому что, ну, мне показалось это опасным. А что здесь может быть безопасного? Там можно пропрыгать, да, ты хочешь мне сказать? Получить вот это. Не туда. Так, эти что? Эй! Она меня, она отражает в меня все эти. Ладно, я понял. Мне обязательно сюда, похоже, да? Да, возможно, я забыл. Так. 189, туда 140. А что у нас за второстепенное-то задание? Журнал. Господь, жги. Займитесь поиском источника топлива, инопланетная архитектура, металлург, Блин, офигеть, сколько тут всего. Стабилизатор бумеранга. Продолжай исследовать... Так. Небо зовет. И исследуйте башню. Черт, я уже заблудился. Ладно, пойдем дальше. Насколько это может быть дальше? Ну, я хочу... Не то чтобы хочу... Ай. Я понял, как с ними бороться. Иди сюда. Блин, тут я хилочку тоже заюзал, да? Нет! Больно. Я тут сейчас еще раз помру, да? Есть. Хоть хпшку себе вернул.
Я отсюда. Так, тут появляется островок. Почему вот shift не сразу-то срабатывает? Фух. Это сейчас было страшно. Не ум... Это... Нет! Твою за ногу. Нет, 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 нет! Я же... Я же шифтанул. Блин! Это бесит. Плазму для... They've also added a brand new live sample tool to your 3D printer at no extra cost. Who says Kindred doesn't love you? Так, remember, completing your new пробососник, что, блин? Rank, and increasing your rank will unlock all kinds of new tools. Hurrah for progress. Так, но для этого недостаточно ресурсов. Это стабилизатор бумерангов, нет. Снаряжение. Требуемый элемент не обнаружен. Вот это что такое? Позволяет извлечь живой образец из живой ткани. Применив с помощью 1 или 2, нажми Q, чтобы ткнуть, когда находитесь возле соответствующего существа. Ха. Я немножечко запутался. Ладно, поехали. Прикинь. Это в разных местах сейчас находится. Верни добычу. Блин, опять к этому чуваку сейчас подкрадываться. Но моя добыча там где-то, я это уже понял. Ох ты ж, я забыл, что тут-то пропасть. Если бы я тут сейчас скопытился, было бы неприятно. Неприятно то, что shift не всегда срабатывает так, как он должен срабатывать. Я могу туда и так зайти. Но я тебя убью, тварь. Он еще так палец стряхивает после этого. Типа, фу. Так. Вы мне нафиг не нужны, поверьте, ребят. Блин, они бесят. Так, где мои... Где мои ресы? Там. Хорошо, попробуем забрать их. Может, я сейчас, кстати, фигней маюсь, потому что... Кстати, это вполне реально. А вон и мои ресы. Вот сейчас я пытался нажать на shift два раза. Не перелетай, пожалуйста. Ух. Мне все-таки интересно добраться туда. Сейчас эта штука всплывет, я надеюсь. Да зачем же ты? Есть.
Это я в прошлый раз взорвал, да, здесь? Я совсем близок. Вот. Палата интриги. Это интересное кино. Хорошо, давайте глянем. Интересно, это вода ядовита, не ядовита. Я лучше не буду рисковать. А, можно я просто заберу? Ай, оно так треснуло. Блин, такой красивый камушек был. Ясно. Его просто развалили. I'm analyzing the sample and updating the blueprint. Once you've got the other resources, you can create a grapple pack. The javelin. Нет, вода не, не ядовитая. Хорошо. Хорошо, что мы сюда сходили. А что там через 100 метров? Что это такое будет? Я бы на это тоже глянул, пожалуй. Идёте нафиг отсюда. Кто еще? Блин, а... Ну его нафиг. Я пойду сюда. Мне не надо лечиться. Короче, эти не так быстро восстанавливаются, я не буду лечиться сейчас. Фух. Все, я вернулся к тому же месту. Теперь можно будет сходить на Javelin. Все это проанализировать, я так понимаю, да? И потом пойти уже по основному зданию, которое находится в другом месте. Да, давайте. Фу, хоть не зря вернулся и свои припасы забрал, и ресурсы. Кремний, углерод, алюминий. И каждый раз... Вот, теперь я могу вот эту штуку сделать. Небо зовет. Зацепляется с совместными объектами на расстоянии... Совместимыми. Угу. Когда находишься на расстоянии зацепа, нажми F для зацепления, что, в принципе, логично. Окей, мы себе крючок сделали. Притягивает полезности. Так, я более-менее понял, как это работает сейчас. Есть вот эта штука. Оу, я могу для оружия быстро перезарядить. Кстати, это хорошо было бы. Мне недостаточно одной вот этой сопли космической. Окей, у нас есть сейчас основное задание, у нас есть фиолетовое задание, или, возможно, это оно сейчас одно и то же. Да, вот у меня есть фиолетовое основное, и оба здесь. Все, супер. А где... Я тебя понял. Расстояние не очень большое, но это работает, и то хорошо. Угу, понял, куда. Вы серьезно? Ну, понятно, в прыжке. Если есть такая механика, то, естественно, это буду делать... прыжке. Хорошо, хоть он цепляется сразу куда надо. Grapple tool. И теперь, по крайней мере, я могу забираться в какие-то новые места. Сейчас было бы глупо, если бы я упал. I'm detecting a new
nearby source of fuel that might help us with our get out of here eventually problem. If you can scan it and tag it, one of the photographers can lug it back to the ship for you. Я тебя понял. Так. Туда же я не заберусь никак. Да. Пока. Ай, блин. Зацепись, есть. Нет. Зацепись, говорю. Я не то нажимал, я промахнулся по кнопке. Вот там что-то зеленое. Итак. Раз такие баклажаны, то я бы, наверное, такой бы, чтобы... Тут же не скользко, надеюсь. Хорошо. Мне бы понять... А, минуточку, вон стрелочка находится вверху. Желтая внизу, фиолетовая вверху. Все, я понял. Я как раз хотел сказать, мне бы понять, хоть где она хоть находится, наверху, внизу, но здесь есть указатели. Это круто. С разбегом беда. Так, тогда я чего-то, наверное, не понимаю, да? Стой, не прыгай. А вот эти можно прыгать, если... Бросай семена, ты сможешь это сделать. Понял. Все, я более-менее... Так. Серьезно? То есть... Оу, а это зачем? О, кстати, у нас же есть вот эта штука. Так заляпало. Миночку, ты мне хочешь сказать, что... Сюда? Собрать я их уже не могу никак, да? Воу-воу-воу. Да ты издеваешься. То есть я должен был пропрыгать по ним аж на самый верх? Нет. Ну, то есть, как бы... Да! Но это же нереально. Ха-ха. Интересно. А как мне должно было...
при этом отбрасывать. Ладно? Ладно, я вас понял. Не убейся! Пожалуйста. Фух. А это тогда ж... Блин, я насобирал кучу всего. Так, ладно. А желтая у нас сюда. Просто 35 метров сюда, вот оно. Теперь мне все равно говорят туда. Вы же не будете говорить, что я должен... Теперь я даже не знаю. Зацепись! Нет! Я же упал в воду! Я понимаю, что воды было по щиколотку, но я упал в воду. Блин, это была ошибка, опять же, из-за шифта. Да успокой. Да, да, выходи, все, 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 давай. Блин, такая анимация долгая этого выхода. Фух. Нам сюда. Черт. Зачем? Понятно. Моя добыча вообще наверху, да? То есть мне это все сейчас опять пропрыгивать? Что это было? Мои вещи внизу, я так понимаю, да? В этом водопаде. И я не полезу туда еще раз убиваться. Кто стреляет, мне интересно? Вон мои вещи. Ой, блин! Тут этот перец. Да ну блин, я прямо под него залазил, ну ты серьезно? Все, сдохни. А, это салют был для того, чтобы я смог найти... Я думаю, кто стреляет? Это... я понял. Мне же в помощь было. Так, окей. Я не смогу эту штуку забрать. Печалька, если нет. Так, окей. Как я забираюсь обратно? Блин. Я оказался совсем не в том месте, которое мне нужно. Мне нужно вообще вон туда. Так-то по-хорошему. А как туда попасть, не убившись? Это очень...
floppy part seems impervious to damage, but there's definitely something trapped inside. О, привет, чувак. Да ну хорош! Хорош, говорю! Достал. Блин, да... Ты оленя кусок. Да я делаю уворот, что ты от меня хочешь-то? Да-да-да. Причем за один раз его убить нельзя. Все, эта штука открылась, наконец-то. Фу, хоть не зря сюда сходил. Хоть не зря сюда сходил. То есть с этими ребятами нужно... побороться. И тогда... они выпускают тебе вот эту железяку. Хорошо, да, блин? До свидания. Если я тут упаду... О, как удачно-то. Все, нормально, я даже живой остался. До свидания, не хочу иметь с вами ничего общего. Это телепорт. Угу. А где там следующее? А это все долго, это все долго. А! Если нажать прыжок во время подтягивание, то подтягивание отменяется. Окей, спасибо, буду знать. Куда? А, мне еще дальше. Фух, так. Нет! Осторожней ты. Все, не падаем здесь. Угу. Вот эта штука. Мне нужно, чтобы появился этот Вася, который ее охраняет. Кстати, оно тут как будто такое... Так, блин. Я не на эту кнопку нажал. 106 метров туда, наверх. О, кстати, это я заберу, спасибо. Как мне ее забрать? Я был бы не против. Но я понимаю, дальше мне сюда. Ага. То есть все эти шланги, это было... минуточку. Один шланг остался сюда. А туда я никак не долечу, не запрыгну. То есть туда шло три шланга. Один был здесь, и... Типа теперь один туда идет. Туда это... Куда? Как я туда попаду? Я не хочу туда прыгать. Вот в чем проблема. Так, отсюда дальше. А, вон куда она идет. Понял. Понял. Хорошо. Инопланетные сплавы 2. Как мне дальше наверх попасть-то, а? Вы же не хотите мне сказать, что я отсюда допрыгну?
прыгну, блин. Куда я денусь, офигеть. Окей, это все круто. А все-таки куда дальше? То есть мне как-то нужно дальше наверх подниматься. Кстати. Это я уже додумался, спасибо. Так. Все это, конечно, классно. Но мне туда и наверх. Нет! Фу, блин, я тут только что чуть не сдох, нафиг. Так, ну он мне говорит туда и наверх продолжать двигаться. Это интересно. Зацепись. Обо что я ударился, не подскажете? Сюда? Да, там блестит эта штука, но... Ну как я это по-вашему сделаю? То есть... Я понял. А где я достану еще семена? Блин. А, они у меня закончились. Вот, потому они здесь висят. Все. Да, меня наконец-то... Да, я тупой, я согласен. Я же даже это отрицать не буду, окей. Так. Фух. Я думал, я это нафиг не решу. Не, я понимаю, что мне время от времени рассказывают, что какая штука делает, но, во-первых, я это время от времени забываю. Ой, тут наконец-то телепорт есть. Фух ты ж нафиг. Давайте. Вот, здесь у нас находятся все задания, но мы сейчас вернемся с вами на Джевелин. Ресурсы добавлены. If you wanna. То есть вот эти ядра, это опциональная штука, и ты можешь их тупо просто не доставать. Вот. У нас не хватает кремния. Окей. С кремнием мы разберемся. Зато все есть на вот это вот. Так, запомним на следующий раз. Нам нужен кремний. Супер, пушечку мы потихоньку качаем. Снаряжения у меня этого нету. Визор. Опять же, недостаточно кремния. Более продвинутый визор улучшит свой сканер, чтобы увеличить дистанцию сканирования. Кстати, вот это было бы неплохо. Также улучшает дальность увеличения и исследования. Ага, для этого нужна вот эта вот одна штуковина плюс кремний. То есть я могу качнуть это. В оружии у нас все. В предметах требуемый элемент не обнаружен. Здесь увеличивает рюкзак. Нужна одна вот эта ячейка. И в визоре нужна одна... Ну, один камушек, вот это вот. Так, хорошо. Это не обнаружено. По крайней мере, они открыты, соседние. Хорошо.
Значит, где-то один шарик такой, одну ячейку мы можем еще можем еще подыскать. Инопланетный сплав, да, вот он называется, инопланетный сплав, я уже как его только не называю. И нам еще нужен кремний. Где искать кремний? Ну, это, видимо, жилы нужны или убивать кого-то, кто носит в себе кремний. Но этим всем мы с вами будем уже заниматься в следующей серии. Ну-ка, у нас письмецо. Невероятные новости. Ну-ка, давайте все-таки почитаем. Мы первый галактический коммерческий банк Monocorp. Почетный член мультикорпорации «Глобальная вселенная» и дочерних компаний рад сообщить вам о замечательных улучшениях вашего финансового положения. На сегодняшний день остаток на вашем счету составляет минус 492 237 галактических долларов. И хотя на первый взгляд этот долг может показаться существенным, учитывая ваше недавнее повышение до межгалактического исследователя, сопровождающее резкое повышение годовой зарплаты на 2%, резкое повышение на 2%, мы можем прогнозировать, что вы сможете выплатить долг всего за 47 лет. Мне это немножко напоминает жизнь в некоторых странах. Ладно. Этот прогноз демонстрирует существенное улучшение по сравнению с предыдущим показателем в 51 год. И мы рады сообщить, что по срокам освобождения долгов вы превосходите большинство среднестатистического населения. После тщательного изучения всего вышесказанного, мы приняли решение улучшить ваш ваш долговой статус с совершенно невозможный до... непосильный. Поздравляем, так держать. Вы всего в половине столетия от финансовой свободы. Черт побери. Блин. Можно я не буду возвращаться с этой планеты? Да, ребятки. Все. На этом мы сегодня эту серию заканчиваем. Да, я не могу пока что этого сделать. Until you find a suitable fuel source on the planet. Источник топлива мы до сих пор ищем. Хорошо. Все, ребятки, да. На этом сегодня все. Всем спасибо, что были с нами. Удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.